Всем добрый день, у меня пришли новые посылочки, будем открывать их, смотреть, что внутри. К сожалению, с участившимися случаями того, что приходит либо дичь, либо не то, либо сломанное, да, все чаще начали жаловаться, что Алиэкспресс, грубо говоря, не встает на сторону покупателя, если даже есть какие-то основания, да, но нет видеозаписи, поэтому будем снимать все. Вот, начнем с чего-нибудь интересного, распаковочку, я иногда буду ставить на стол, чтобы не заморачиваться мне с упаковкой, и покажу, что у меня из каждой этих посылок. Припер я волшебные ножницы, да, ножницы, щетинокровельные ножницы, да, к сожалению, одной рукой пипец как неудобно, видео выглядит, конечно, дерьмовое, но... Давай смотри, что тут внутри, что у меня пришло. О! Тут у меня пришли, смотрите, какая вещь интересная. Да, это пришли герконы. И герконы пришли необычные, это пришли герконы трехконтактные. Суть этих герконов трехконтактных в том, что у них два контакта замкнуты, а при наличии магнитного поля эти два контакта размыкаются. И делается, знаете как? На один контакт делается плюс, вокруг него обматывается, получается, проволока. И два контакта, которые между собой соединены, да, на них делается, обматывается проволока, да, и как бы возникает электромагнитное поле, чтобы которое смыкает два контакта, размыкая другие два контакта. И так получается, что у тебя идет трепещание там с частотой до там 100-150 Гц. Идет трепещание, можно попробовать сделать на такой системе, именно попробовать все-таки реализовать штуку с переменным током, чтобы с постоянки делать переменный ток. Вот буду пользоваться, попытаюсь такую сделать. Откроем следующую. Вот на это, кстати, почему-то переклеено две. Еще посылка. Пусто. Это пусто. Сейчас еще эту открою. А, вот она открывается, да? Я, кажется, знаю, что тут. О, тут вот такая панелька. Я заказывал таких панелек две, почему-то одна пришла месяц назад, а другая, вот, которую сейчас открываю, сейчас пришла. Всего, ну, грубо говоря, они одинаково шли, одна за месяц дошла, вот эта за второй месяц дошла, как-то странно. Ну и осталась последняя, наиболее интересная, наиболее большая, я вот уже знаю, тут должна быть ультрафиолетовая лампа, сейчас ее открою потихонечку. Открываем, да, и вот тут вот, вот такая вот ультрафиолетовая лампа. Сейчас я ее размотаю, покажу вам. Вот тут она, получается, идет вот на такой гибкой клеящейся основе. Основа, кстати, отдирается, она клеится. Вот это все в таком силиконе. И все это подключается на обычный USB-шный светодиод. Да, конечно, в клее тут запачкано, но выглядит довольно интересно. Сейчас включу, покажу, как работает. Работает она довольно интересно. Работает она вот так. Это ультрафиолетовая светодиодная лента как раз для выращивания растительности. Кстати, посмотрим, когда вроде не греется. Блок питания не греется. Очень интересно выглядит. Так забавно. Глаза, к сожалению, больно на нее смотреть. Значит, все-таки работает то, как должно быть. Но в любом случае это для растений. Самоклеющаяся лента. Всем благодарю за внимание. Всем удачи. До свидания.